Для записи шпилек рано утром я поднялся к крепости Гаражда. Рано утром для того, чтобы там никого не было. Но оказалось, что там уже есть туристы. Как вы можете видеть на этом видео, серпантины и горы Черногории – это такой природный ареал обитания миников, которые здесь водятся разных мастей и годов выпуска. Я закинул экшн-камеру на червяке на зеркало. Поздоровался с туристами, которые приняли, наверное, меня за какого-то безумного немца. И начал спуск по серпантину к первой шпильке. Очень удачно, что я в последний момент захватил экшн-камеру, потому что съемки с нее оказались очень зрелищными. Здесь на видео кажется, что я несусь по серпантину как безумный, хотя на самом деле я еду со скоростью где-то километров 40 в час. Здесь я оставил машину и быстренько побежал смотреть, что же записалось на камеру Samsung, установленную на обочине. Дальше я все делал с одного дубля и отснятые кусочки не просматривал, потому что на это просто не было времени. Такой разворот на самой дуге шпильки – это очень опасная вещь, я это очень быстро понял. И дальше уже разворачивался на длинных отрезках серпантина, там где видимость не ограничена в обе стороны. Здесь разворачиваемся, и мы с миником едем к следующей шпильке. В этом ролике видео никак не модифицировалось со скорости, здесь показано все так, как писалось вживую с камер. В итоговом ролике я немножко замедлял и удалял некоторые фрагменты для того, чтобы правильно состыковать вид из кабины, вид на колесо и вид с обочины. С экшн-камеры все выглядит очень зрелищно, но на самом деле видно с камеры, установленной на обочине, что все происходило гораздо спокойнее. Снимать в одиночку бывает непросто, иногда сталкиваешься вот с такими трудностями, ловишь падающую на обочине на штативе камеру, поправляешь пейзаж для того, чтобы дорога влезала в камеру. Третья шпилька по скорости оказалась довольно удачной, но там на серпантине есть такая небольшая ямка, в которую я попадал вообще всякий раз, когда проезжал этот участок серпантина. Поэтому на выезде, после того, как я толкнулся от этой ямки, я замедлился. Самой удачной, быстрой и плавной получилась четвертая шпилька. К этому моменту я успел нормально натренироваться. Таким образом мы можем спускаться к морю, идти завтракать и купаться. В принципе, пару поворотов на ручнике мне удалось. Я не убрался никуда, слава богу, ни в какой кювет, ни с кем не столкнулся и благополучно возвращаюсь домой. Я совершенно не знаю, какой результат съемки, но посмотрим.